ЧП в военном учреждении в Шымкенте преподаватель школы МВД имени Бауыржанова Мушулы избил курсанта. Для последнего это закончилось переломом челюсти и ушибом грудной клетки. 2:45 утра был обследован в нашей больнице и с диагнозом открытый перелом нижней челюсти по подбородку справа, со смещением отломков и ушибом мягкой ткани грудной клетки был госпитализирован в экстренном порядке. В отделении было произведено шинирование челюстей, антибактериальная терапия. В школе МВД это подтвердили, но не рассказали, на какой почве возник конфликт. Известно лишь, что участники драки – ровесники. Потасовка произошла еще несколько дней назад. Полицейские уже приступили к расследованию, других подробностей не сообщается. Данный факт был зарегистрирован в единый реестр досудебных расследований. В настоящее время также ведется следствие. Данное расследование проводит Управление собственной безопасности Департамента полиции города Шымкент. В рамках этого, по окончанию этого судебного процесса, до судебного процесса, мы обязательно сообщим вам дополнительно.